Волнующее интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало объектом повсеместного интереса. Эта беседа вызывает живой интерес как среди российских, так и зарубежных зрителей, притягивая внимание людей со всех уголков мира. Карлсон, прибывший в Россию специально для этой встречи, заявил, что впервые в своей жизни приехал в нашу страну ради эксклюзивного интервью с российским лидером. Он отметил, что западное общество стало жертвой собственной пропаганды, а мнение об окружающем мире формируется искаженно, под воздействием местных медиа и пропагандистских усилий. Известно, что интервью будет опубликовано 9 февраля в 2:00 ночи по московскому времени на личном сайте журналиста и его социальных сетях. Несмотря на ожидаемые попытки давления со стороны определенных кругов в Вашингтоне, американский бизнесмен, владелец социальной сети X, уже заявил, что не будет удалять интервью с платформы. В то время как режим в США уже дал команду цепным СМИ ФАС, пытаясь ограничить информационное пространство, пропагандисты выглядят все более истерично и отчаянно, что больше похоже на агонию, чем на конструктивный диалог.